Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. Спасибо, Кен, за две карточки на Грома. Так, от предложения откажусь. Так, посмотрим. Сундук. 25 монет. Барнбласт. Алхимик. И наездник на медведи. Окей. Ну что, давай посмотрим. Сегодня попробуем добраться до 120 уровня. Как у нас это получится, не знаю. Так, и еще, наверное, мы запустим с тобой ящик на открытие. Так, кстати, блин, тут надо было вот этот ежедневный сундук вначале открыть. Ну да ладно, это я все сделаю чуть позже уже, за кадром. Ну что, друзья мои, состав команды у меня вот такой. Но мне кажется, наверное, здесь надо поменять. Может быть, убрать молнии? Нет, лучше, наверное, уберем огонь. Уберем огонь, а поставим, наверное, стрелка. Ну что, вперед из песни. Ёк-макарёк, начинается, короче. Блин, вот из-за этой леги я, скорее всего, и сфейлюсь. Ну, конечно, у него еще тут усиление команды. Это плохо. И алхимик у него 20 уровня, то есть, как бы он меня переплёвывает. Блин, ну вот это вот сейчас начнет издалека бомбить по мне. Угу. Но у него нет заклинашек, у меня есть молния хотя бы. А у него усиление. Ладно, посмотрим. Так, что бы нам с тобой тут замутить? Так, алхимик, давай. Понял, что он сделал? Обманул меня, ребят. Вон, появилась чувырла. Отлично. Берем преимущество, ребята. Воу-воу-воу-воу-воу. А вот это плохо. Опять пиратку позвал. Слушай, нам надо вызвать грома. Гром. Такс. Теперь алхимик пошел. Ну ты смотри, что вытворяет, а? Пиратка. Хотя нет, подожди, повезло, по-моему, пиратки наши еще пока. Блин, если это можно назвать повезло. Да молния, блин, это будет сегодня. Трындец. Не хватило мне чуть-чуть, чтобы вызвать молнию. Ладно. Я так понимаю, все равно этот олух остается же у нас, да, здесь? Да, он остается. Ну что, предлагаю вместо стрелка, друзья мои, взять заклинание. Или... Нет, все-таки заклинание. Беру пламя. Давай-ка посмотрим, что у нас из этого получится. В принципе, должно все получиться хорошо, ребят. Может быть, мне вот этого надо убрать было. Может быть. Давай-ка вызовем пиратку. Он сейчас тоже будет вызывать пиратку, естественно. А, нет. Вот так вот сделаем. Так, сейчас будет эта фея вшивая, да, вызываться. Смотри-ка, что-то немножко не то он делает. Усиляет, усиляет, ребят, команду. Так. Начинается, короче, вот этот вот. А, вон она вышла. Появилась. Блин, мне нужно пламя, ребята. И желательно побыстрее. Пламя. Отлично. Так, ну что, бегут? Нам здесь понадобится гром.
Так, молния у меня есть? Есть. Так, он опять, да, за свое? А вот это уже плохо. Да ты бомбежка-то бросишь свою сегодня? Бросил, слава богу. Успели. Естественно, пиратка, а как же без нее-то? Так, давай еще одного алхимика. Ну, мне нужен гром. Слушай, он не успокоится, а? Твою дивизию, блин, он достанет меня вот этими своими ханориками. Все по одной тактике работает. Опять я свалился. Так, похоже, мне придется, ребята, брать вместо вот этого бегуна, которого я обычно беру, ракетчика. У него одна и та же тактика. Он по зацикленному кругу ходит. Вместо вот этого мы с тобой возьмем. Хотя вместо ракетчика можно взять и вот этого. Но лучше, наверное, попробовать через ракетчик, ребят, поиграть. Поехали. Попытка, как говорится, не пытка. Не все, ребят, так просто, как хотелось бы. Поэтому вот приходится разные комбинации. Вот если бы не вот это вот его усиление через вот этих вот охламонов, было бы вообще все топчик. Ну, а пока все по стандарту. Он сейчас будет вызывать кого? Стрелка, да? Да, у него выходит стрелок первым. Ух, как же я так лопухнулся-то. Вот-вот-вот-вот-вот, здесь вот нужен нам гром, ребята. Вот так вот. Здесь, естественно, прикрываемся. Опять, блин, пиратка, а? Давай тоже пиратку вызывать. И еще одного ракетчика вызываем. Естественно, нам нужно прикрываться. Само собой. Блин. Сейчас должны пройти, ребята. Все, мы его прижучили, да? Да. Вот теперь он ничего не сделает. Фу, Федор, наконец-то мы его победили. Сундук. Так, монетки. Опыт. Кристаллический портал. Не буду умножать. Так, ну что, ребята, давайте двигаться дальше и смотреть, что нам выпадет здесь. Ага. Смесь скорости. Что же нам против вот этого-то поставить? Плюс у него опять стрелок. Ха, я даже не знаю, ребят. Тут, наверное... Твою налево. Ладно, попробуем пока так. Уже в процессе поединка мы с тобой разберемся, что нам взять, что нам поменять. Но вот это, конечно, это жесть. Этот самый бесевый чувачок. Начнем, наверное, с контроля. Опс. Вот он меня, ребята, и подколол. Вот он и подколол меня. На чем ты, спросишь, подколол? Именно на стрелке. Да, тут уже вариантов нет, ребята. Ничего не успею я выставить. Да бесит меня вот этот вот спартанец, если честно. То, что он после гибели еще оставляет вот свою вот эту вот каменную статую. Так, ну что, против воина, естественно, нужно брать... Это же не танк, это же воин, да? Против его воина можно
что можно взять против его воина? Он стрелка использует, да? Танк. Шаман. Надо было мне, наверное, все-таки вызывать первым. Давай-ка мы, наверное, вот так с собой сделаем. И вот. Блин, он 7 стоит. 7 энергии, офигеть. Я думаю, что он сослужит нам службу, ребята. Поехали. Да, я буду очень долго добираться до 120 уровня, судя по всему. Ну, а куда спешить нам? Так, он 3 уровня у него здесь. Ну что, начнем тогда так. Естественно, я его хочу... Подожди. А, он же сейчас вызовет, ё-моё. Вот таким вот образом. Эх, не успел хильнуть. Ладно, давай следующий вызовем. Ну, Гром, ты будешь выходить? А, во. Да ну, блин, серьезно, что ли? Гром. Тысяч... Блин, ты смотри, что сделал, а? Хильнуть, наверное, их всех надо будет сейчас. Так. Пиратку именно, да, ушатал. Молния нужна мне. Это сейчас зомби будет вызывать, блин, своих вшивых. Да ёпрцаты, ну как так-то? Как меня достал этот, а, хмырь, блин. Не, ребят, что-то не то, блин. Вот это вот мешается мне. Вот это вот, слишком дорого, 7. И не окупает он себе. Придется что-то другое делать. Что-то другое ставить. Вот что только, давай подумаем. Стрелок у него, да, есть? Который бесит. А кто это такой вообще у нас? Лучник. А что ты делаешь? Отталкивает врагов на 2 назад. На 2. Взять тоже, что ли, такого? Давай посмотрим. О, тихо, это... Это что такое, ребята? Это я на арену, что ли, зашел? Ты вот посмотри, вот как вот с такими ребятами можно здесь вообще драться? А? Вот скажи мне на милость, как? Легендарок одних нахапал, блин, и довольный такой сидит, ё-моё. Которых нифига даже не пробить, блин. О, все. Сейчас будет вызывать своих мелких олухов. Которые будут взрываться, естественно. Да что за подтормаживания-то идут в игре, ё-моё, началось, блин. Ну, вон, начинается, короче, эта фигня тут еще у него на прикрытии стоит. С которой ты фиг что сделаешь. Нет, это, ребят, беспонтово. Да. Ну, я тебе сразу скажу, что это донатеры. Потому что сколько я играю, я еще ни разу, ребята, не получал... Легу, ни разу, чтобы мне выпадала легендарная карта. Поэтому против них тут бесполезно вообще драться. Я вообще не понимаю, откуда они здесь взялись. Я же вроде бы как бы ходил... А, ну правильно, я пошел на арену вместо того, чтобы сыграть. Так, 200.
монет заработал. Меня вообще-то интересовало вот это вот. Хотя, мне кажется, зря я взял его. Надо было брать дальники, да и все. Ладно, фиг с ним, давай посмотрим. Естественно, сейчас стрелок, да, появится у тебя. Так, стрелка нужно, ребята, контрить. Да чтоб тебя, ты заколебал, блин. Пиратушка, давай. Так, этот хлыщ появился, да? Успеем ли мы добежать? Да неужели мы его тут прижучили все-таки? Отлично. Сундук. Так, монеты, опыт, это понятно все. С. Лучник. И священный свет. Поехали дальше. А на арене, да, на арене, друзья мои, очень сложно стало мне играть, потому что там пошли одни леги. Так, смотри-ка. Фея. Второго уровня, но в принципе здесь яд. Яд, конечно, да, бесявая штука, не поспоришь. Ну, фея 18 уровня, я не знаю, ребят, как она, сильна, не сильна, но, по-моему, не особо. Блин, мне бы вот пиратку как-то прокачать. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Да что за... Ты смотри, что делает пиратка, ой, пират-фея. В плане. Я что-то не понял, что за юмор. Она что, отхиливает себе, что ли, или мне кажется? Что за дела? Да что ты, даже это не помогает, блин. Пора, по-моему, возвращаться к нашей старой команде скоростников. Не тянет, ребята, здесь моя команда. Возвращаемся к скорости. То есть берем Эза. Ну, все, кто у меня был до этого. Так, где там Эста у меня? Берем С. Вместо Нанохила. Так, и вместо вот этого. И этого надо оставлять, наверное, скорее всего. Хотя Барнбласта можно было бы взять, наверное. Или вот эту вот барышню. Так, огрома, наверное, придется менять. Наша мана. Или не прав я? Может быть, на этого? Фея. Раздражающая, да? Будет. Ну что, попробуем? Что-то, если честно, я не особо уверен. Я-то вообще вот этот бесявый. Он выливать его будет на самом начале. Это я уж точно говорю. О, началось, короче, да? Ага, яд вылил. Пиратку. Ну, само собой, тут начинается вот это распетрушивание. Ну, молния, ну где ты там? Так. В плане, блин. Ты, блин, серьезно, что ли, со своей феей вот этой вшивой, блин? Короче, ребят, надо что-то с феей делать.
фея просто выносит по скорости быстрее, чем пиратка, прикинь. Так, ладно, давай думать, что мы можем сделать против феи. Против феи, что мы можем с тобой сделать? Ну, я не хочу брать эту фею, мне она не нравится, бесит она меня. Можно взять пламя, кстати. Можно взять пламя. А если пламя, то вместо кого? Вместо пиратки? Не катит. Кого взять-то, блин, а? Она телепортируется, да? Она телепортируется именно... Именно к самому моему персонажу, главному герою, да? Получается. И нам нужно что-то такое быстрое, чтобы ее уничтожить. Барнбласта взять, что ли, может быть? Вот ума не приложу, что лучше здесь сделать. Квек. Может быть, квека? Давай попробуем квека с тобой взять. Вместо кого? Вместо молнии? Или вот эту лучше взять нам, барышню, а? Давай-ка проверим. Яд, вот, блин, яд это бесяво очень, ребята. Я знаю, для чего он яд держит. Чтобы... Ну, ты понял, короче. Давай посмотрим, как она будет кнутом. Да чтоб тебя, а? Вот, видишь, для чего он яд высунул? Вот именно для этого, ребята, он выливает яд. Сейчас я попробую еще разок переиграть. Можно было бы, наверное, мне кажется, здесь все-таки одолеть. Жалко, у меня нет яда. У меня вообще заклинаний нету. Кстати, да, надо было, когда он яд выпускает, ребята, немножечко по-другому сделать. Да ё-моё, это фея, ты... Да что ты будешь делать, блин? Ну зачем ты отправляешь вот этих вот говнюков-то, а? Вот объясни мне. Как ты достал меня, а? Блин, уже не могу прям. Пиратки, хиратки, блин. Блин, без заклинаний не могу, ребята. Просто одолеет он меня без заклинаний. Шаман. Шаман тоже, кстати, было бы классно на самом деле. Танк здесь вообще не нужен. Просто, ребят, не нужен. Тут вообще бесполезен. Поехали. Можно, конечно, поменять противника, но что-то не хочу я пока. Если сейчас не выиграем, я, наверное, поменяю, скорее всего. Так, начинается, да, короче? Вот с этого начнем. Так, сейчас вызовет пиратку, нет? Нет, шаман, мне нужен, ребята, шаман сейчас. Видишь, что творит? Чепушила, чертов. Давай, шаман, появляйся.
Да что, блин, ты... Не могу, нафиг, не могу, ребят. Эта фея просто задолбала. Что же сделать, а? Блин, поменяем, ну, давай поменяем противника, фиг с ним. Нервы свои побережем хоть. Так, а тут вообще в корень все по-другому, ребят. Тут против этой команды надо все менять абсолютно. Тут надо брать, так. Молния пускай остается S. Это. Но остальное, в принципе, нормально все, да? Стрелок. А, у меня танка нету, ё-моё. Танк мне нужен. Хотя, вместо танка... Ладно, годится и так, ребят. У нас есть боец вместо танка. Поехали. Да. Тяжелые начались миссии, но, ребята, в этом и прикол. Блин, у него стрелок есть еще. Ладно, против стрелка можно, в принципе, сделать молнию, если что. Так, зачем я это делаю? Стрелок 100% должен выйти сейчас вот. Если бы реакция бы еще... Ничего. Вот как ты делаешь, да, гад? Ядом. Отдуплись. Так, С, выбегай. Так, нам нужен спартанец. Нам нужен спартанец. И скоростник. Плюс надо вызывать ребята грома. Упс. Всех накрыл сразу же. Так, ладно. Сейчас опять бросит свою бочку. Не-не-не-не. Ты посмотри. Че, а куда статуя-то делась? Ё-моё. Я офигею, с этим громом не смогли разобраться. Как так? Почему мы не могли разобраться с громом? Да он яд слишком часто применяет. Вот что я тебе скажу. Если у нас молния всего лишь один раз бьет, и все, и сразу же, то... Давай так сделаем. Что он там сейчас? Ну, как всегда, яд будет поливать. Что еще-то? Смотри, сейчас... Оп, стрелочек. И все, и мои тут встали, как эти... Сейчас стрелок уничтожит опять пиратку мне. Да, спартанец у меня, конечно, вообще ватник. Короче, понятно, ребята. Беспонтовый этот вариант. Этот вариант беспонтовый. Хил взять. Вот сюда. Ну, это чтобы грома, если что, ребят. И, наверное, сделаем с тобой вот так. Ну, опять же повторю, яд. Яд. О, да какой я... Твою налево, это что такое, ребята? Я в первый раз вижу вот этого чувачка. Это я опять на арену нажал. Твою налево, опять на арену нажал.
Что там за самурай у него какой-то? Да, даже молния, ребята, не уничтожает. Ты смотри, что творит, а? Вот так вот. За голодранец бежит. Ну вот как вот можно здесь драться? Одними легами тут закопошился. И все. И ничего ты сделать не можешь. Ну, если бы, конечно, у тебя были бы леги, ты бы мог бы ему противостоять. Но не в моем случае. Потому что я не доначу, ребят, сюда, в эту игру. И, если честно, не собираюсь. Так, ну что, давай, поехали. А, у него этот чувак 16 уровня. Вот оно что. Вот почему, ребята, здесь все тяжело. 16 это 15 уровня. Окей. Нафига ты так делаешь, Рэй? Нафига ты так вот так вот делаешь? Ну что же, обменялись, хорошо, обменялись. Так, он вызвал. Вот видишь, в данный момент мне даже не прикрыться. А? Пошли бочонки. Сейчас бросит свою бочку. Во-во-во-во-во. Вот что, вот, ребята, о чем и речь. Молния нужна мне. Началось, короче, да? И он яд сразу же бросает. Ну ты прикинь, блин, чмошник. Да. Что-то ну не катит совсем. Ну танка, я не хочу, ребята, брать этого танка мелкого. Хотя, если через хил, он на яде меня ловит. Из-за яда. Он яд выливает и все, и там начинается, ребят, полный расколбас. Ракетчик, попробуем так. Ой, ё... Тихо, не надо. Блин, тут все время на арену нажимаю. Нет, сегодня мы, наверное, только дойдем до 115 уровня, ребят, скорее всего. Потому что, ну, слишком долго, ты сам прекрасно видишь. Вырезать я ничего не буду. Проигрышные вот эти моменты пускай остаются. Так, давай попробуем сейчас с тобой сделать немножко по-другому. Так, убираем этого говнюка отсюда. Сейчас он будет... Он, по идее, должен призывать грома. По идее. Что-то я грома не вижу пока. Ага, вот он явился. Ну, пиратка, ну куда ты, блин, бежишь? Ты дура, блин, непутевая, блин. Ох, просто что они вытворяют, а, ребят, посмотри. Какую дичь делают. Сейчас пиратка подойдет. Смотри, смотри, что творит, а.
Молнии у меня нету. Она только сейчас появится. Ну! Давай брать танка. Они пока отравлены. Возьмем с тобой ракетчика. Как ты заколебал, а? Возьму-ка я, наверное, тогда тоже стрелка. Просто достанет, ребят. Вроде бы все нормально, все отлично. Вот в кучу всех скидывает и ядом, и все. А если я возьму стрелка, предположим, ну, вместо кого? Сюда вот, что ли? Давай попробуем. Тут получается, что практически как его команда. Но только у меня яда нету. Только у меня нету яда. Это пока мне не нужно. Так, стрелка, может быть, взять вот сейчас, в данный момент, ребят? Что скажете? О, ты видишь? Ты видишь, что он делает? Вот, ребята, вам показательный пример. Вот сейчас вот только что был показательный пример. Что я вызвал стрелка. Ну вот зачем ты бежишь на пиран? Ну сейчас тебе же звездану уже, дура ты, блин, безмозглая. Да. Достал ты, вот серьезно тебе говорю, блин, просто заколебал. Нет, что-то одни то, ребята. Стрелка подбивает ядом сразу же. Огром этот трындец полный. Слушай, подожди, а мы с тобой берем скоростных нафига? У него же есть скоростные или нету? Я не понял. Офигеть, я завис, да, на этом уровне. У него скоростных, по-моему, нету. А если мы вместо... Нет, Эза надо оставлять. Может быть, какого-то стрелка взять, если только еще одного. Или вот эту вот фею. Нет, фея это. Она не прокачанная даже. Как ты думаешь? Скоростник нам в этом поможет в деле? Мне кажется, вряд ли. Гром, 14 уровня. У меня такой же 14 уровня гром. Почему не так-то? Что? Кто там, по-моему, бомбит-то мне? Ну вот это вот, конечно, вот это меня больше... А, нет, смотри-ка.
Гром пострелял все-таки чуть-чуть еще. Ну вот это, когда они в кучу встают все. Молния откат, блин, дебильный. Трехчасовой, блин. Нет, этот мелкий меня не выручает вообще никак. Тот мелкий меня, ребят, никак не выручает. Слушай, тебе не кажется, что слишком часто он вызывает своего этого стрелка, блин, а? Короче, возьму сейчас две заклинашки, блин. Пламя еще возьму. Заколебал он меня, серьезно тебе говорю. Своим этим стрелком вшивым. Просто взбесил уже меня. Так, вот сюда мы, наверное, поставим. Так это фигня получается, ребят. Если я сейчас пламя... Нет, тут надо брать стрелка. Вот так вот. Баш на баш, как говорится. Тут другого варианта я не вижу просто-напросто. Ну, естественно, сейчас вызываем сразу стрелка. Или как нам лучше сделать? Попозже, наверное, чуть-чуть. Он сейчас будет применять яд. Видишь? Сейчас он вызовет грома. По идее, должен так делать. Нету. Ты смотри, вот он вызвал стрелка, блин. Как он вызвал, если мой еще в откате до сих пор, ребят? Ну как он это делает? Сейчас я вызову стрелка, допустим. Хочешь сказать, что это нормально? Ты, блин, хочешь сказать, что вот это вот нормально все сейчас, что делается? Скажи-ка мне, вот, если честно. Разве так все должно было быть? Я сомневаюсь, что так должно было быть все. Совсем не так все должно было быть. Ты посмотри, он опять стрелка призвал. Я тебе скажу следующее. У него, по-моему, слишком быстро все это восстанавливается. По крайней мере, в отличие от меня. У меня стрелок еще не восстановился. Хотя я быстрее его вызвал, стрелка. Поехали. Достанет, а? С своим ядом, со всей своей вот трихомудией, которую он... Может быть, пират? Нет. В принципе, пиратку можно было бы убрать, ребят, да? От нее здесь толку мало. Скоростников у него здесь мало. Она против именно быстрых работает. Сейчас стрелка позовет.
Так, мы, наверное, с тобой сейчас грома будем вызывать. Раз уж такая петруха пошла. Сейчас яд ждем, ребята, от него. Так, стрелка, может быть, позвать. О, видишь, что он делает? Яд использовал. Вот скажи мне на милость, блин. Вот смотри, он вызвал уже стрелка. Я его недавно только молнией пришарахнул. Как он может вызвать его быстрее, чем я? Я не понимаю вот этого. Я просто этого не понимаю, ребят. Бред. Это какой-то бред. Единственное, что, знаешь, ну, можно попробовать. Так, танки, это все не то. Это все не то. Сейчас, подожди. Аркетчик, это не то. Он же меня из-за стрелка, ребята, только, да, в принципе, уничтожает. Как бы, может так сказать. Попробуем. Раз он... Попробуем так тогда, через пламя и молнии, я не знаю. Главное, стрелка гасить. Попробуем. Где там твой стрелочек? Вот он и появился, да? Мы его уничтожили. Так, теперь позовем грома. Пиратку. Че, он там алхимика позвал, да? Слушай, шикарно, ребята. Вот сейчас идет хорошо. Вот сейчас мы его прижучили. Ну, твою налево. Наконец-то я прошел этот уровень, а. Трэш, на самом деле. Так, надо будет монетки умножить, если нам дадут такую возможность. 6 алхимиков. Моряк Морган. Так, механик. И фея. И умножаем. Так, ну слушай, у нас с тобой 2712 монет. Давай-ка мы, наверное, прокачаем. Вопрос в том, что нам прокачать. Так, может быть, скорпиона? Хорошо, скорпиона качнули. Больше и некого получается, да? Фею я не хочу трогать. Наездника тоже, рамы тоже не будем трогать пока. Да, наверное, и все. Ну что, 114-я миссия, друзья мои. Так, тут скоростники. Скорпионы, это два танка. Пиратка нам пригодится. С пригодится. Барнбласт. Что нам делать против вот этих и два танка? Против танков нам, естественно, понадобится боец. Вот только вопрос какой? Может быть, нам взять шамана с тобой на всякий случай? Ну, как обычно, нам надо посмотреть, что из себя представляет эта миссия. Как говорится,
прочувствовать ее, а после уже делать какие-то выводы. Плюс у него портал. Вот это вот плохо. То есть, если он его поставит, естественно... Ну, у него нет заклинаний, кстати. Вообще ни одного заклинания нету. Хорошо, давай смотреть. Что у нас из этого будет получаться? Так, он вызвал тоже пиратку, я смотрю. Нам бы гром бы здесь не помешал. Или шаман. Шаман. Так. Дело пахнет керосином, да? Чувствую, скоро запахнет порталом. Уже, да, по-моему, там соорудил его. Так, два шамана сделаем с тобой. Так, ну что, взорвали мы, да? Ты посмотри, что творит. Погоди, что-то не то, ребята. А, портал! Ёк-макарёк. Смотри, смотри, он не успокоится, он все делает и делает. Его там несколько даже порталов было, прикинь. Но, по-моему, здесь ему крышка. Да, распетрушили здесь этого Джозе. Так, 20 монет. Опыт и карточка. Кристаллический портал. Нафиг он мне нужен, а? Ладно, давай 115-я миссия у нас. Блин, ну, конечно, 113-я. Это было что-то с чем-то. Так, здесь гром. Так, очень много танков, ребята. Очень много танков. Блин, тут еще и вот эта вот охламонка. Против танков нам понадобится... Нам бойцы понадобятся против танков, на самом деле. Гром здесь, наверное, не нужен будет. Стрелок. Вот это, наверное, вот так вот сделаем. Хотя, подожди, а у него гром есть. У него и лучники. Ладно, посмотрим. Вот пиратка здесь не нужна. Только сейчас я понял, осознал, что пиратка здесь действительно нам не понадобится. Хорошо, проверим. Зачем я это собираюсь сделать? Да ё-моё! Морган еще, блин. Так, а вот он, ребята, и позвал грома. Он позвал грома. Это плохо. Что, серьезно, что ли? Упс. Я теперь понял, зачем он взял эту груту. Я теперь понял, зачем он взял эту груту. Ребята, чтобы ускорить всех своих бойцов, чтобы они быстрее шли. Вот ты понял, да, что здесь меня промяли. Не прокатил мой вариант, поэтому берем, наверное, все-таки с тобой стрелка. Чтобы именно эту хламонку уничтожать, как она только появляется, если у нас будет такая возможность. Пока других вариантов я не вижу. И пиратка. Пиратка вряд ли здесь нам зайдет. И буйвол тоже. Как бы не особо нам заходит здесь. Да и в принципе и молния тоже, к сожалению.
Молния тоже нам, к сожалению, здесь не подойдет. А что вместо молнии? Взять хил? Стрелки танков. У нас мало танков. Чтобы сдерживать защиту, нам понадобится еще один танк. Вот так, может быть, попробовать. Ну, как-то так. Давай попробуем, ребят. Давай попробуем такой вариант. Единственное, да, что гром. Гром бесявый, конечно, но... Но что я могу сделать? Он идет под танком, у него два танка. Это как минимум. Это что мы видим. Нам понадобится еще стрелок. Нам понадобится стрелок обязательно. Без него нам здесь делать нечего. Так, естественно, захиливаем. А вон, ребята, и гром явился, не запылился. Не заставил он тебя здесь долго ждать. О, видишь, что творит? Так, а почему мы эту... Гретту или Грутту, как это, величать? Так, еще возьмем ракетчика. Скорпионы стоят, слава богу, вроде бы. Держат, так сказать, оборону. По чуть-чуть мы их вроде как сминаем. Щекотно, говорит он там. Видишь, ему щекотно. Так, отхиливаемся. Еще ракетчика позовем. Ну и все. Вот и весь Ариан, ребята. Ну, офигли. Раз он танками пошел, мы тогда тоже. Скорпион очень даже хороший танк, на самом деле. Монетки, опыт... Моряк Морган, Травница, Механик и Грутта. Понятно. Ну что, ребят, мы дошли до 115-й, даже до 116-й миссии. Вы сейчас серьезно? Даже здесь, друзья мои, уже пошли леги. Ай-яй-яй-яй-яй. Меняем. Скоростник. Так, три. Раз, два, три. Три скоростника плюс медуза. Даже и не... Ну, я попробую сейчас, конечно. Блин, медуза четвертого уровня. Короче, добрался я тут, ребята, тоже, видимо, до высоких уровней, что... Не знаю. Задница будет в мыле, одним словом. Поехали. Пробуем. Как у нас тут это все будет сейчас происходить, ума не приложу, ребят. Но... Да что ж такой трэш-то, блин, начался? Давай еще ракетчика тогда одного позовем, что ли. Кого тут еще можно взять? Они подходят, ребята, подходят. Сейчас, не дай бог, бомба. Ох, повезло. Ты посмотри, как она шпарит. Нет, 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 гром, отвали. Нет.
вот чего боялся, ребят, на то и нарвался, блин. Просто посмотри, что творится. Так, если мы сейчас с тобой возьмем стрелка, мы предположим, ребят, его надо взять. Чисто для того, чтобы... Захиливаем нашего скорпиона, бедолагу. Тут главное не подходить к нему слишком близко. Чух, ты посмотри, что творится. Какой трешняк, ребят. Жесть. Но, тем не менее, мы все-таки его, по-моему, перебили. Да. И слава богу. Потому что он меня тут давил конкретно. А с легендарными картами я бы не справился, поверишь мне. Так, монетки. Что у нас? Опыт. И всего одну карту. Двойной кинжал. Ладно. Ну вот, потихонечку добрались до 117-й миссии. Вот не надо мне вот эту вот, пожалуйста. Дайте что-нибудь другое. Вот, допустим. Смотрим. 18 уровень. 17-й. 2-й. Плюс пиратки. Плюс скорость. Да. Из танков. А у него только танк Скорпион. Все, я понял. Только один танк. Давай позовем с тобой второго танка. Сейчас наверняка будет вызывать стрелка, нет? Нет, ребят. Слушай, а мне, наверное, надо будет позвать шамана, что ли. А чё мне шаман? Не так я немножко сделал, ладно. Ну, стрелка тут уже бесполезно, ребят, вызывать все. Распетрушил, короче. Забомбил меня, ладно. Так, смотри, значит, у него S, который травит, да? Есть, плюс пиратка, которая мешается. Заклинания у него здесь нету. Значит так, вот этот нам не нужен будет. Шаман вряд ли тоже здесь нам пригодится. Насчет хилки даже я сомневаюсь, что она здесь нам нужна. Нам, скорее всего, понадобится здесь молния. Гром. Вместо вот этого. Так, скорпион. Скорпион и шаман. Ну, в принципе, остальное... Скорпион, шаман. Шаман. Так, у нас сундук уже созрел. Мы что, уже час дрынкаем, что ли, здесь? Так, молния и двойной кинжал. Так, еще разок посмотрим на состав. А, точно, у него уже скоростники, поэтому, ребят, пиратку надо брать вместо... Вместо шамана надо брать пиратку. Потому что у него быстрые эти... Так. Ну... Вот таким вот образом. Заклинаний у него, по-моему, нету, да? Заклинаний нет. Ладно, попробуем сразиться. Так, ну что, вначале пиратку, наверное, как всегда. Нет, скорпион на скорпиона. Вот сейчас мы с тобой попробуем вызвать стрелка. Вот таким вот образом. Плюс все это дело... Вот так вот. Окей. Так, теперь вызовем еще одного танка. И вот это плохо, ребята. Что стрелок-то у него появился. Точнее, он у него и был. Неужели? Да, ребят, сфилился, короче.
Молнию не надо было мне тратить. Пробило все-таки. Быстрее сделал, чем я. Возможно, даже и гром здесь не понадобится. Хотя я его все-таки оставлю. Если он выйдет, то он уже... Ну что ты, получить больше. Мне не надо получить больше. Не надо просто выпускать молнию раньше времени. А я ее сбагрил. Поэтому мы ее придерживаем именно на... Так, тихо, сейчас вот вызываем с тобой стрелка. Вот здесь вот я тогда сбагрил. Сейчас мы этого с тобой повторять не будем. Вызвал, да? Вызвал, ребят, стрелка. Ну, молния, ёп, просто 3 часа ждать ее надо, блин, пока она созреет. Опять что-то не так пошло. Опять не так, ребята. Не канает. Скоростники, да? Молния. А может, ну ее нафиг, эту молнию, да взять хилку? Ну, когда их там дофига, твоя хилка не поможет здесь. Вообще, взять стрелков дальнобойных, да и все. Кстати, вот это очень даже... Сарашип очень хорошо подходит против вот этих всяких мелких тварюнышей. Грома не успеваю вызвать. Смотри, он... Подожди, это что такое? Да какая арена, ё-моё. Этот еще эпический, блин. Или тоже взять Эза. Эз, да, он, конечно, ребята, то, что отравляет, это, конечно, круто. Но им нужно еще успеть добежать. Вот в чем все проблемы. Ладно, здесь, если что, будем с тобой отхиливаться. Просто хочу посмотреть, что он будет делать. Что-то как-то не особо хорошо канает. Да ё-моё, сейчас... Пипец. Мне это достал гном мелкий, а? Несчастный. Этот несчастный гном меня просто одолел уже. Вот так вот сделаем. Ну что, попытка номер 25. Я даже не успел, ребята, грома, если честно, вызвать. Я вот сижу и думаю, вообще нужен ли он мне в команде. Вот о чем я сейчас думаю в данный момент. Не понос, так золотуха, да? Вообще не канает. Нет, не идет, ребят. Ну не идет и все, блин. Стрелок этот вшивый издалека, который бомбит. Может быть... Тут хоть-то разорвись. Вызвать... Танка, потом стрелка. Или вызвать в начале стрелка, потом танка. Давай попробуем так. Ну, стрелок. Допустим.
Этого отхиливаем. Мелких этих, ладно, разбираем. Вот не хватает как раз, ребята, еще одного дальника. Может быть, грома. Вот так вот смотрю и думаю, нафига мне здесь вообще гром? Он мне скорпионами одними затаскает, смотри. Просто затаскивает. Нифига, ребят, не канает. Вызывает стрелков одного за другим. Может быть, взять... вместо спартанца заклинание. Одно хилище, другое боевое. Вот так вот попробовать. Поехали. Если что, стрелка будем сразу брать, ребята. На раскрутку, блин. На раскрутку. Слово-то какое, на раскрутку. Слушай, а может быть нам лучше грома вызвать все-таки? Давай попробуем через... Ага, и он сразу же грома вызывает. Где твой стрелок, а? И сразу всех накрыл, да? И сразу всех, ребят, накрыл. Понятно. Скажи мне вот такую вещь. Как он может вызывать за короткий промежуток времени сразу несколько скорпионов, а? Неужели у них откатов нету, а? У него есть откат у скорпиона. И причем довольно не кислый. Как он их вызывает сразу нескольких, я ума не приложу. Ну и куда ты бомбанул, вот скажи мне на милость. Пока дойдет, пока шмальнет. Ё-моё, ну. Поехали. Так, пиратку я вызывать пока не буду. Ну, к примеру, сделаем так. Так, теперь мне бы не помешал, ребята, стрелок, наверное. Хотя, подожди, какой там стрелок? Лучше вот так, наверное, делать. И смотри, опять этот охламон подкрадывается к нам. Ну, ты понял, да, про кого я? Давай-ка я, наверное, знаешь, что сделаю? Так, пиратка пираткой. Вот так вот. Не-не-не-не-не, не арена. Не арена мне нужна. Ну что, поехали. Не знаю, надо ли нам брать с собой грома. Наверное, надо вот прям сейчас вызывать его. Так, вызовем Эза. Так. Смотри, что творит. Сразу же двоих, да, накрыл медным тазом.
Ну, брось ты свой парашют. Понятно. Сейчас посмотрим, ребята, что у нас получится. Опять этот гром. Гром идет. Так, нам сейчас с тобой нужен, наверное, стрелок, скорее всего. Против этого мелкого. Так, и сделаем с тобой вот таким вот образом. Сейчас бочку бросит. Так, вызываем скорпиона. Да куда ты рядом стал-то, придурок, блин? Нафига ты вот рядом встаешь, вот объясни мне, а? Естественно, тут расколбас такой будет. Мне нужен, ребята, гром. Этот стрелок достанет нас теперь, да? Естественно. Так, мне нужен тоже, ребята, стрелок здесь. Поехали. Так, 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 так. Смотрим, смотрим, смотрим внимательно. Если я возьму стрелка, плюс скорпиона. Твою налево, всех в разнос. Всех просто в разнос, ребят, пускает. Так, ну что, ребят, попробуем такой командой сыграть. Попробуем. Так, что у нас там? Скорпион. Сразу выпускаем Эза. И гром нужен мне. Он быстрее вызвал, да? Так, ладно, посмотрим, что у нас получится из этого. Да, он все-таки успел, да? Стрелком-то бомбануть. Так, ребят, этой командой я уже пробую фиг знает сколько времени перепройти эту миссию. И ни шиша у меня не получается. Пока. Так, он вызвал грома. Мы тоже вызовем грома. Так, плюс стрелок мне нужен. Ну, стрелок, ты будешь выходить сегодня или нет? Ну ты серьезно сейчас? Совсем другое дело. Совсем, ребят, другое дело. Так, вызываем с тобой, блин, пиратку. Угу, все-таки мы передамажили здесь с тобой. Так, он опять вызывает грома. Это плохо, ребята. Ну, не надо, блин. Фу, я уже думал, сейчас двоих забомбашит. Да ладно, не может быть, глазам не верю. Ребят, неужели мы продамажили спустя столько попыток? Это я еще половину вырежу. Неудачно. Так, опыт. Скорпиончик. Барнбласт. Квек. Механик. И кислота. Ну, наконец-то, друзья мои, мне выпала кислота. Давненько я хотел получить эту карту. Так, ну что, 118-я миссия, ребята. Кто у нас здесь? Угу. Очень много стрелков. Очень много стрелков. Ну как очень много? Раз и два. Плюс два дамагера. И танк, полутанк. Команда-то у меня здесь вообще не подходит для вот этих вот ребятулек.
Хотя, почему не подходит? Попробуем. Андреа. У него 9 уровень. Угу. Ну что, поехали. Так, давай, С, выходи. Так, кто нам здесь понадобится? Он, естественно, ребят, сразу выпускает грома. Кто бы в этом мог сомневаться? Ага. Пока все, ребята, удачно получается. Ну, бросай ты свою. Отлично. Отлично. Ну, естественно, сразу же на Шугаря встает. А, по-моему... Блин, нет, подожди, сейчас, секундочку. Еще пока рано тут какие-то делать выводы. Хотя уже можно сделать вывод, то, что мы здесь выиграем. Все-таки прижучили мы их. Все, ребята. Андреа побежден. Забираем с тобой награды. Ух ты, 35 кристаллов получили. Редко такая помощь. Так, фея. Ух ты, Ван Мстительный. Обычные. Такой, ребята, я не видел карты. И бомбардировщик на носороге. Так, умножать не будем пока. Давай-ка посмотрим, что за Ван. Ух, мы молнию можем прокачать. Это хорошо. 15 уровень молнии у нас уже. Так, значит, что за Ван? Давай-ка глянем. Это у нас эльфы, да? Дальнобойные атаки, священная роща. Короче, это у нас 30% урона против Стальгорна, против гномов. Каждая третья атака поражает всех вражеских героев. Всех вражеских героев, нифига. Ну, допустим. Так, ребят, 119-я миссия. Кто у нас тут? Ох ты. Ведьма Вуду, что ты делаешь? Превращает двух героев противника в радиусе в зомби. И у него на скорости здесь взято. Плюс стрелок есть. Пока попробуем своими силами. Наверное, надо было все-таки мне взять яд вместо молнии. Хотя... Так, он вызывает гнома. Ой, ну да, гном. В наших интересах сейчас как можно быстрее взять... Молнию, молнию, молнию нужно, блин. Успел. Так, в этого сейчас шарахнем. Плюс траванем его, естественно. Ну, как же. Как же, ребята, ему не взять этого тоже, грома. Но его гром слабее будет, чем наш. Давай, 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 родной. Вжухивай. А вот и Вуду, ребята, вот и Вуду пришла. Ничего сказать про нее не могу. В первый раз ее вообще вижу на поле боя. Начнем с этого. Слушай-ка, по-моему, лиц с ней... Да? Фу. Найс. Так, монетки. Опыт, это все понятно. Барнбласт, алхимик и кристаллический портал. Ну что, друзья мои, 120-я миссия. Давай посмотрим, что здесь. Противный чувак, противный. Ох. В общем, очень много дальников. Защита. Мои бегуны против этого, конечно, вообще не айс. Но, тем не менее, надо смотреть. Яд 4 уровня, офигеть. Это очень плохо. Начнем со Скорпиона. Естественно, сразу Эза отправим, чтобы травануть. Блин, он выдерживает, ребята, удар молнии-то, оказывается. Совсем забыл, что у него есть. Ты смотри, что творит. Эй! Что-то мне не нравится, ребят. Наверное, надо сразу переигрывать. Сразу переигрываем. Это бред. Это бред. Где яд? Надо взять, наверное, нам с тобой все-таки яд. Пускай даже и первого уровня, но он будет нам помогать. Против яд возьмем, наверное, вместо Эза. Или вместо пиратки. Ну, давай так вот попробуем.
Да ё-моё, не надо мне арена. Что все время на арену-то эту пру? Ну что, поехали? Блин, тут еще этот 12 уровня. Окей. Давай попробуем потихонечку, не спеша. Где отсюда? Блин, а он... Блин, он мощный, ребят. Допустим. Че он там... А, да, я же вспомнил, что он... Блин, статую Вуду ставит же. Нет, не катит. Не катит. Переигрываем. Сколько таких, ребят, у нас будет попыток переиграть, я фиг его знает. У него танк только... А, у него спартанец еще есть. Слушай, может быть... Давай так попробуем. Вот. Ну, статуя меня это тоже вот... Блин, я... Фига тут... Ох, оу. Трындец. Все так начиналось хорошо. Да, это вот эта вот статуя, ребят, которая там стоит. Это вот она вызывает зомби там спустя какое-то время. Ой, яд. Яд надо было поменять, потому что, ну, на самом деле, ты понял, да? Это полная фигня. Яд — это полная ерунда. Стреляет в этого демона. Давай попробуем, может быть, ее уничтожить получится. Ты будешь стрелять-то сегодня или нет? Трындец. Вот у него яд 4 уровня, да, ребят. Тут... Жесть. Давай, гром. О, этот вышел, блин, который сейчас, ребята, будет переманивать на свою сторону наших всех героев. Есть такая у него вероятность переманить. Ну что вы там, блин? Не выходит, ребят. Не выходит. Мне кажется, что яд тут однозначно надо менять. Яд нужно однозначно менять. И нам, наверное, понадобится все-таки больше дальнобойных атак. Может быть, даже вот этого Ханорика взять. Попробуем. Тут баш на баш, ребята, получается. Но у него, конечно, 4 уровня. У нас 1 уровня. Есть, конечно, разница. Офигенная, по-моему. Поехали. Давай, стрелок. А как он мне стрелка-то? А, он мне не уничтожил. Вот то, что вот этот вот шаман, вот эта вот фигня появляется, это, конечно, бесит. А, он яд вылил. Господи, ну, блин, я все время про этот яд забываю. Все время про этот яд забываю. Значит, нам что нужно сделать? Что-то, кто может двигаться, не стоять на месте. Не надо мне вот этого. Чтобы не стоять на месте. Так что ли? Все варианты, друзья мои, пробуем. Если что, можно, конечно, попробовать заменить. Но если мы с тобой заменим, то обратной дороги уже не будет. Дай-ка я, наверное, все-таки позову грома. Я позову... Он сейчас яд. Наверняка сейчас применит яд. Что-то с громом, по-моему, у нас не особо хорошо получилось здесь. Тебе так не кажется? Да. Лучше все-таки через стрелка играть. Через стрелка, блин, спартанец этот еще. Блин, я же хотел, если мы проиграем, то по-другому немножко сделать.
Естественно, ему мой стрелок здесь не даст покоя, и он будет его всячески его уничтожать. Видишь, что он сделал? Он поставил яд. Я не могу, ребят, никого выставить сейчас в данный момент. Если я даже призову сейчас грома, его сейчас уничтожит этот спартанец. И этот там еще издалека подхалим начинает бомбашить. Гуманоид несчастный. Да-да, именно вот этот вот дуралей. Нет, надо менять. Менять команду и смотреть. Ну а тут вообще все в корень. В корень все меняется. Тут шаман. Ну, лучницу я беру на себя. Шамана... На себя берет молния. Стоп, мы вот так, наверное, сделаем с тобой. Так, а он что-то немножко не так делает, ребят. Я тебя понял. Ну что, нам нужен гром? Блин, ну нафига этот зомби-то появился? Откуда он вообще взялся? А, этот, скажет, третьей атакой же, точно. Призывает зомби. А вот, ребята, и шаман появился у них. Сейчас начнем, да? Куролесить. Слава богу, шамана быстро мы с тобой затоптали. По-моему, ребята, идем на прорыв. Сейчас я только стрелка еще поставлю. Да-да-да-да-да, все. Неужели? Вадером этого завалим. Все. Вот эта серийка у нас получилась, ребят. Я не знаю, сколько она по времени, наверное, час с лишним. Сундучок, так, монетки. Опыт, и одну карту всего лишь. Ван Мстительный. Ну это смешно на самом деле. А, вот еще сундук. Ух ты. Ёк-макрёк, можно было бы это еще умножить. Но нифига, Сара, шип. Двойной кинжал, дайте что-нибудь путевое, а? Ван Мстительный. Статик. О, бомбардировщик на носороге и охотник за головами. Но тем не менее, ребята, тем не менее, можно будет его прокачать. Ты открыл новую главу. Кто у нас здесь? Ох ты, я тебе сразу скажу, вот этого я не видел. Вот этого я не видел персонажа. Это я вообще не знаю, что это такое. Это случайно не те самые кинжалы? Воу-воу-воу-воу, красиво. Красиво. Давай, прокачаем сразу же. Все, ребят. Ух ты, еще можно. 3000, правда, стоит. Обязательно прокачаю. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.